Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Лариса Степкина. Сегодня вашему вниманию предлагаем продолжение видеодневника крестного хода с воссозданным крестом преподобной Ефросинии Полоцкой. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы услышите рассуждение священника о смысле молитвы в храме. В июне этого года в Полоцкой епархии впервые состоялся общеепархиальный крестный ход. С 8 по 18 июня крест преподобной Ефросинии Полоцкой провезли по 11 городам Витебской области. Крестный ход был посвящен тысячелетию представления святого равноапостольного князя Владимира. Сегодня в передаче продолжение видеодневника святого шествия. 12 июня, день 5, Меоры. В 8.10 воссозданный крест преподобной Ефросинии Полоцкой был доступен для поклонения в Меорском храме Ризоположения Пресвятой Богородицы во Влахерне. Молитва лилась на божественной литургии, на молебне честному животворящему кресту Господню. Чему сегодня пришли в храм? Пришел, потому что здесь великая святыня. Впервые на Меорщине крест Ефросинии, который поклонится этому кресту, который... С надеждой, что это будет потом для Меоршины каким-то хорошим посолом и хорошим таким знамением, что оно будет торжествовать, будет процветать наш Меорский край. И семья моя, и дети, и внуки. Раритет исторический, наверное, Беларуси, нашего христианства. Это впервые в жизни такое я вообще рядом и вижу. Это прекрасное знамение чего-то доброго, вечного. Это дух народа укрепляет веру в то, что народ верит, в то, что все-таки день-то дня будет лучше, и все это на это благоприятно действует, и люди этим стараются, проявить себя, показать себя, наверное, что-то в этом мире. Они хотят, чтобы поблагодарить Бога за то, что мир нашей земле, и вот, наверное, все это вот так вот вместе с надеждой идут. Крест преподобной Ефросинии Полоцкой озарил мою душу светом и теплом. Он наполнил сердце мое божественной теплотой. Как-то так на душе вот приятно, светло. Хочется радоваться, хочется жить, хочется творить на благо Бога. На сердце тепло и хорошо. Я думаю, что это укрепление нашей веры и нашей силы. У каждого человека есть свой стержень, и он его выпрямляет. И вот вера – это тот стержень, который держит человека. И вера, она укрепляет благие дела. Мы все желаем добра своей семье, своим близким, своим родным. Желаю добра всем родным, мы выкупляем свою мощь. Поэтому вот такое мероприятие, когда проводится подобного характера, это, наверное, объединение людей. Мы становимся чище, мы становимся светлее, наверное. И в душе у нас высают те темные силы, которые иногда нас преодолевают. Это стяжательство, это завида, это какая-то недопонимание. Сегодня в храме каждый говорит друг другу «Здравствуйте». Здоровья желает. Вот так, наверное, должно быть в нашей жизни. А то, что крест Ефросинии Полоцкой сегодня шагает по землям Витебской области, Полоцкой епархии, это великое объединяющее чувство. И люди, которые выходят встречать крест Ефросинии Полоцкой, которые присоединяются к этому шествию, они идут с великими помыслами о добром. Мы, приходя в храм, конечно же, благодарим Бога за все, что мы имеем, и просим о том, чтобы в наших душах, в нашей семье было все хорошо. Вот так и должно быть. Это, наверное, великое чудо, то, что сегодня крест Ефросинии Полоцкой у нас в Меорах. Евангельское слово сеяли священники, монахини. Местным жителям напомнили о постоянном жизненном выборе, от которого зависит будущее. Люди услышали о преподобной Ефросинии Полоцкой, о патриотизме, о личной жертве в семье, проявление которой совершается благодаря любви, христианским заповедям.
Духовное состояние креста очень большое, потому что те святыни, которые хранятся внутри креста, они очень велики. А это часть древа креста Господня с каплей крови Христа Спасителя, также мощи святого великомученика целителя Пантелеимона, мученика Стефана, камень от гроба Господня, камень от гроба Божией Матери. И эти святыни находятся внутри креста. Величайшие святыни для христианского мира. Мы люди верующие, мы называемся христианами, мы исповедуем Христа. И для нас крест – это действительно символ нашего спасения. И дай Бог, братья и сестры, чтобы мы и в дальнейшем с помощью животворящего креста Господня спасались в наших храмах, исповедовались, причащались, жили в лоне Матери Церкви, всегда помнили, что наша любовь друг к другу, взаимопонимание, доброта, она спасает нас. И те христианские добродетели, и вера, и надежда, любовь к Богу и к ближнему, они есть самая-самая главная истина для нас. Господь учит, чтобы мы возлюбили Его всем сердцем, всей душою, всеми мыслями, а ближнего, как самого себя. И вот на этих двух заповедях жизнь зиждется и держится христианский закон. Мы же понимаем и стараемся, и будем впредь идти по заповедям Божьим, любить Бога, любить ближнего и благодарить Господа и преподобную Матерь нашу Ефросинью Полоцкую за ту милость, за ту благодать, что Господь являет и нашей Миорской стороне. Тем более год юбилейный, 1000 лет представления князя Владимира, 1000 лет, когда князь Владимир принес нам веру спасительную, веру Христовую. И мы в этой вере спасаемся. И эта вера есть проверенная тысячелетиями. И мы знаем, что наши отцы и деды спасались этой верою. И в дальнейшем мы должны также и сохранять, и умножать, и помнить свою культуру, свою христианскую веру, свою нравственную позицию к вере Христовой и быть всегда с Богом в душе и сердце. Да благословит Господь Бог всех нас, дорогие братья и сестры, на добрые дела, на добрые действия, во славу Церкви Христовой. Аминь. Спасибо вас, Господь. Спасибо. В 12:10 начался благодарственный молебен. В 12:30 молящиеся пали на коленочки, и священники пронесли крест над ними. Святыню пронесли вокруг храма, и крестоходцы продолжили движение от церкви до поклонного креста дачного поселка Осиновка. Далее крест перевезли на автотранспорте в детский санаторий «Росинка». В санатории о крестном ходе, о кресте преподобной Ефросинии Полоцкой рассказал отец Виктор. Потом состоялось поклонение святыни. Более 200 отдыхающих детей и их родителей, сотрудников санатория, поклонились кресту. В 14:25 состоялся отъезд Дубраслов. Сомнением наполнена человеческая жизнь. К сомнению можно отнести и мысли, которые отражают вечное столкновение двух духовных составляющих – молитва дома и в храме. В чем состоит их отличие, вы слышите рассуждение священника в следующей рубрике. Здравствуйте, дорогие телезрители! В адрес нашей рубрики «Вопросы и ответы» поступил такой вот вопрос. Если Бог всемогущ, вездесущ, пребывает в каждой частице нашего бытия, то человек может общаться с Богом вне церкви. Зачем человеку ходить в храм? Цель христианской жизни есть реальное пребывание в Боге. Задача каждого христианина состоит в том, чтобы соединиться с Богом, ощутить Царство Божие в своей душе, как реальное божественное присутствие.
Но чтобы действительно соединиться с Богом, человеку необходимо участвовать в святых церковных таинствах, установленных самим Богом. Таинственное питание человеческой души божественной благодатью происходит в храме. Именно в храме человек получает соединение с Богом, приобретает божественную благодать, божественную энергию, которая укрепляет его в повседневной жизни. Именно в храме совершаются таинства церковные, соединяющие человека с нашим Творцом и Создателем Богом. Таинственна сама по себе и церковная молитва, и предстояние человека пред Богом в храме. Именно в этом предстоянии пребывает сам Бог, сказавший: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И се Я с вами есть во все дни до скончания века». Святитель Иоанн Златоуст сказал: «Говорят, могу молиться дома. Ты сам себя обманываешь, друг мой. Правда, ты можешь дома молиться, но не можешь молиться так, как в церкви, где собрано столько отцов, где возносится к Богу единодушный глас. Ты не можешь так возносить молитву, когда один станешь призывать Господа. Как можешь возносить ее, когда стоишь вместе с братьями? Ибо здесь есть нечто большее – единение многих, союз любви, молитвы священников. Для того и поставлены священники, чтобы молитвы народа, которые могут быть слабыми, соединяя с более сильными, возносить на небо». На этом наша рубрика заканчивается. До новых встреч. Храни всех нас, Господь. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Лариса Степкина. До свидания. До встречи через неделю.